ЕДК временно ограничила оплату проезда с помощью банковских карт. С 10 июля карты можно будет оплачивать билеты не чаще одного раза в 10 минут. Сразу 2 или 3 билета приобрести не удастся. Решение ЕДК приняла из-за большого количества жалоб за двойное списание денежных средств за поездки. Меры ограничения временные, пока специалисты выясняют причины и решают проблему.